Прокурор города Артема утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности директора МКУ Управления строительства и капитального ремонта города Артема. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». Мужчине предъявлено обвинение в том, что в период с мая по декабрь 2020 года он осуществил приемку искусственных покрытий для футбольного поля детско-юношеской спортивной школы в рамках реализации национального проекта «Демография» без его фактического осмотра и проверки соответствия техническому заданию. В дальнейшем прокурорская проверка вскрыла факт подложности представленных исполнителем по контракту сертификатов соответствия покрытия требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации. Ущерб бюджету Приморского края составил 6,5 миллионов рублей. В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на транспортное средство обвиняемого. Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.